Сегодня Алексей Олейник – это признанный мастер, самый титулованный боец СНГ среди всех действующих спортсменов. Скажи, пожалуйста, что помогло тебе добиться таких высоких результатов? Что тебя вывело на такой уровень? Сложно говорить, потому что, тоже, как говоришь, это много уделяло времени. Соответственно, все это уделяемое время я прилагал усилия. Вот. Я 18 лет в спорте, 18 лет выступаю. Вот. Естественно, все эти 18 лет я что-то делал для того, чтобы чуть-чуть подниматься, идти, либо хотя бы двигаться. То есть иногда я поднимался, иногда двигался, потом опять поднимался и так далее. Вот. Естественно, все время это было благодаря кому-то, благодаря чему-то. То есть кроме своих усилий, последние 7 лет самая большая поддержка у меня идет от супруги. Вот, от моей Татьяны. Вот. Ну, очень благодарен своим учителям. То есть у меня были очень хорошие, сильные учителя. То есть первые 6 лет. И я считаю, большинство моей техники я получил от сенсея клана Минамото, Геннадия Минки. Потом все наработанное, полученное знание я шлифовал и нарабатывал уже в зале волосных Валерия Валентиновича. То есть я считаю это вторым своим родным залом. Вот, ну, и меня спрашивают, я всем говорю, я с 2001 года в нем. То есть я там могу уехать из Москвы на год, в другой город жить или еще куда-то. Я возвращаюсь всегда, как бы всегда к ребятам, там они меня встречают, всегда очень рады, мы с ними там тренируемся и так далее. Соответственно, благодарен Валерию Валентиновичу. Масса людей помогает. На каждом этапе всегда кто помогает. Последние 2 года очень помогают мои друзья и спарринг-партнеры Дима Сосновский и Саша Гладков. Ну, вот. Это вот такие на данный момент самые яркие мои помощники-ускорители. Хочу показать вам один из своих любимых приемов. Переворот. Когда мы находимся в проигрышной позиции, вяжем соперника, не позволяем наносить ему удары по лицу. И обманываем его, переходя на химуру. То есть, он начинает бороться своей рукой. В этот момент, не вытягиваем, и химуру не получается вытягивать. В этот момент выставляем руку назад и работаем корпусом, тазом. Переворачиваем соперника. Оказываемся уже в выигрышной позиции. Начинаем добивать. Уже переходим там на удержание, на прием, на кто-либо, но уже выбираемся из трудного положения. Любая крупная организация несет в себе не только какую-то экономическую подоплеку, какую-то техническую, она обязательно заряжена какой-то идеей. А какая идея объединяет «Оплот»? Какую идею несет организация «Оплот»? Хороший вопрос. Я думаю, в чем-то можно само название организации уже говорить. «Оплот» всегда старается сделать какую-то едность, единство, чтобы это было вот для всех. Спорт – это для всех. То есть то, что мы делаем, я говорил, для ребят, мы делаем огромную площадку и старт для очень-очень многих спортсменов. То есть у нас такое количество турниров, что столько людей выступает, как, наверное, на всех СНГ-шных турнирах вместе взятых. То есть огромное количество. Цели задач, что ставит «Оплот», особенно это нас подвигает в последнее время, мы сейчас стараемся разрабатывать это какую-то как бы концепцию, да, вот это вот что с отечеством связано, потому что на примере той же Украины, то есть нужно понимать, насколько хрупко наше благополучие и кажущееся сейчас у тебя безопасность, беззаботность, безалаберность, то есть я могу ничего не делать, все хорошо сейчас и все будет хорошо через год, через 10 лет, то есть очень кажущееся. Вот, поэтому
и молодежь нужно воспитывать, и морально, и физически люди должны быть готовы просто к защите. Ты первый готов к защите себя, потом ты готов к защите себя, товарища, семьи, то есть своего там родного человека, близкого, еще кого-то. Ты готов к защите уже своей там, не знаю, города, страны и так далее. То есть человек всегда должен быть физически, мужчина должен быть нормально физически готов. И должен быть воином. То есть и в нашей стране всегда это как бы поощрялось, всегда это превозносилось, то есть в хорошую степень. Вот. К сожалению, там многие шоу, телепередачи и так далее, они стараются пропагандировать образ какого-то там человека, не связанного с физическим каким-то, с физической работой какой-то, а наоборот, что нужно быть там красивым, еще каким-то, модным, как говорится. Вот. К счастью, сейчас вот комплексы там ГТО разрабатывают, еще что-то, и на примере мы, то, что я сказал, мы можем смотреть на братский народ, на Украину, где я сам родился, сам украинец, вот, и вот, я, мне страшно за мою страну, я люблю свою страну, но мне безумно жаль, что там происходит. Ну, просто многие вещи. Оплот, то есть это одна из тех организаций, которая старается, ну вот, показать, научить, поддержать и так далее. Людей, чтобы мы были едины, сильны, сплоченны. Для меня сегодня стало большим сюрпризом встретить здесь, в Оплоте, моего старого друга, чемпиона России по грэпплингу, чемпиона открытого чемпионата Украины Федора Куприченкова. Федя, здравствуй. Привет, Марко. Вот, скажи, пожалуйста, вот ты пришел сюда, какие впечатления у тебя от клуба? Ну, с Оплотом я знаком уже несколько лет, и всегда я принимал участие в турнирах неоднократно. Ты выступал по профессионалам, насколько я помню, причем успешно, да, красиво. Да, боролся и в Украине, и вот теперь здесь, в Москве. Очень рад, что теперь можно тренироваться в Москве, и всегда с удовольствием, здесь тепло очень относится ко мне и принимают. Поэтому я очень доволен. Какие твои впечатления от самого нового зала, от самого Оплота? Ну, я считаю, что на данный момент это один из лучших залов в Москве. Высокие потолки, сетка, ну, то есть все, что нужно для борьбы, для боев, абсолютно все есть. Поэтому, ну, то есть и один из лучших залов, мое мнение. Вот ты лично такой большой уже состоявшийся чемпион, скажи, ты для чего сегодня пришел сюда, какие твои задачи, цели, что перед собой ставишь? Ну, сейчас начало сезона, готовлюсь к соревнованиям, ну и попутно зашел навестить старых друзей. Ну что ж, я рад тебя сегодня здесь видеть, Федор Куприченко. Сейчас вам покажу удушающий прием, называется треугольник. Вас перевели в партер, вы оказались в позиции гард. Противник встает на ноги и начинает вас добивать. Отсюда нужно поймать момент, провалить ручку и закинуть ему ногу на плечо. Дальше я завожу ногу, которую закинул на плечо, под коленный сгиб своей другой ноги. Разворачиваю таз. Руку заправляю ему под голову. Беру его за голову и накручиваю на себя, сжимая ногами. Он стучит. Нюансы этого приема. Пойди еще раз. Он меня бьет. Я ногу закидываю ему на шею, на плечо, как можно дальше. Нюанс. Вот эта ваша голень, которую вы закинули, она должна быть параллельно его плечам. То есть по линии его плеч идти. Вот сюда. Вторая нога закрывается под коленный сгиб, пальцы ног смотрят на себя, то есть мы носки не вытягиваем, а на себя, и одной ноги, и другой ноги. Чтобы он не встал, когда мы закинули только закинули ногу, я хватаю его за голову, к себе прижимаю, или за ногу. То есть момент такой вот, я держу за ногу, он пытается встать, да, я здесь его держу тем самым. Закрываю треугольник. Рука, если рука у меня заправлена сюда, отсюда удушающий не пойдет, потому что здесь, видите, у меня открыта шея, торчит плечо. Здесь нужно чуть приподнять таз, заправить ручку к нему как можно плотнее и накатить его на себя немного, взять за голову, сжимать и тянуть на себя. Да, идет удушающий. Нужно постараться взять так, чтобы вот плечо отсюда
не было никаких просветов плеча. Торчала одна голова и одна рука. Вот видите, у меня сейчас промежуток небольшой такой есть. Я подворачиваюсь сильнее в сторону своей ноги, которая сверху, и закрываю треугольник еще лучше. Идет удушающий прием. Сейчас нам покажет Ифтихор Арбобов, боец ММА, элемент защиты от прохода в ноги с последующим удушающим гильотиной. Первое действие, мы защищаемся. Защищаемся от проходов в ноги и здесь. Второе действие, сразу мы прихватываем шею. Прихватываем шею полностью. Отсюда полностью мы прихватываем шею, чтобы вот сонная артерия оказалась вот в две вот эти части. Оп. И отсюда мы, третье действие, мы заправляем ноги. Вот. Раз и два. И сжимаем. Следующий бой UFC. Какие ожидания и какие дальносрочные планы? Ожидания очень тяжелого, сложного боя. То есть, понимаю, очень сильный соперник. Я без преувеличения, без какого-то там жеманчество это говорю, то есть мое мнение, что он очень сильный соперник. Я просил других более именитых бойцов и считаю, что этот соперник, наверное, посильнее тех, кого я просил. То есть я просил людей там из топ-10-15, наверное, то есть дали его. То есть, и он очень силен, физически молодой, крепкий, здоровый борец высокого уровня, борец, который последние все бои ведет в стойке, то есть не боится абсолютно ударной техники. То есть его почти невозможно забороть, то есть его очень сложно забить и так далее. Высокий, крепкий, сильный американец огромный. Поэтому, думаю, бой будет сложный. Во-первых, потому что у нас похожие техники, во-вторых, ну, реально крепкий боец. Итак, пожелания нашим телезрителям, телезрителям мира боевого спорта от Алексея Олейника. Желаю всем жить здорово и здорово. То есть, кроме того, что у вас должно быть благополучие общее, общественное, так сказать, да, там, успешность, еще что-то, финансовое благополучие, довольны жизнью. Я считаю, что человек должен быть здоров физически. Будьте здоровы, сильны, пусть у вас все будет хорошо.